В общем, шли мы здесь, по вокзальной 6. Стоит здесь машина, такси тонет, девушка за рулем. Открыла, назад хотела сдавать. Открыла свою водительскую дверь, начала выглядывать. И не потихоньку на газ начала давить, а начала резко, как газует машину. Да. И все. Она как ее понесло назад, вот об эту машину покасать. Она вот ей повезло, что она просто ударилась маленько. Ее вылетела, она туда. Ну, у нее видно, крыша поехала. Она думала, что она на гонках. Надо сейчас. Ну что, не умеете, еду, все выпустить. Я надумала, деревянный картонный дом стоит. А серьезно пострадала девушка-то? Ну, как я слышала. Ну, на скорую везли, но что-то ДПС ну, там, с кем-то созванивался, сказал, что... Ну, да. Голову ей щупали там. Что-то ногу разрубило, типа, что она вылетела. Что она со своей машины вылетела. Врач. Врач голову смотрел. Ну, трезвая она была вообще, как адекватная все. А я сомневаюсь в этом. Что трезвая была? Что трезвая была. Так я тоже сомневаюсь, или что она трезвая. Или пьяная была. Ну как вы рассказываете? Ну разве так назад сдают? Тем человек. Более она стояла, нет, ей парковаться был... некуда было. Ну, таких... Зачем? Зачем она стояла вообще идеально? Куда ей было ехать? У них вообще, во-первых, у нормальной человека такого не будет такого поведения. Да вы что? Трезвая, да еще и трезвая так не было.